Всем привет, с наступающим 2025 годом, пацаны, там, чушпаны, не знаю, как, чё, кто. Я посмотрел это, ну, с двух раз, правда, но больше ничего говорить не буду. И вообще этого обзора не должно было быть, я просто пошел вечером за фруктами. Вон, видите, какой рукой, вот так, да, вот. И, да какой вечером, сколько уже, 0:20, ну, там, в 11 часов пошел в круглосуточный магазин. Хожу, собираю фрукты эти, выбираю, прохожу мимо вот этого вот говна. Ну, сейчас прочитаю, называется Easy Peasy. И вот такая вот обложка, да, как бы, ну посмотрите, холодец а-ля хрен еще написано. И сзади написано, что это Chipsation Baldation, то есть дизайн просто 0 из 10, даже не знаю, 0 поставить нельзя за такое вот. Надеюсь, такой же вкус. Я просто думаю, ну все, в корзинку кладу, обзор надо будет делать на эту шляпу. И еще я теперь не буду больше брать лавашей, думаю, чабату вот, возьму. Прошлогодний там, прошлогодний хлеб там надо. Ну, короче, 25-й уже наступает, можно будет тоже прошлогодний взять. Ну, а сегодняшний всегда покупаю. И я еще заметил такой... Смотрю, без сахара, арахисовая паста иногда покупаю, она без сахара написана. То есть, не сладенькая. И я подумал, а что если сделать батл такой хумуса и арахисовой пасты? Сможет ли она быть не таким, знаете, как чаю к тосту, а чем-то таким уже прям заменой хумусу, он надоел мне. И вот еще что, как вы думаете, за сколько можно купить родину? 19,99. Вот, родина 19,99, банановая причем. Вот при Сталине бы, не знаю, этих предпринимателей переквалифицировали бы в махатели кайлом в шахтеры, как бы. А у нас вот можно купить родину за 19,99. Ну чё, быстренько сейчас тогда, наверное, чё, чипсы... Как, чё, с чего начнем? С чипсов, наверное? Нет, короче, нет. Я положу хумус в холодос сразу, быстро. Короче, быстро батл делаем. По-варварски все открываем, короче, времени нет. Берем такой кусочек чиабаты. О, свежий. Это прям так пахнет, кстати. Сама чиабата очень классно пахнет. Кайф, мне нравится, класс. На вкус я уверен, что тоже классная. Сейчас быстро ее на две части так подразрезаем. Не знаю, не буду я. Я думал, все это тоже потом думал сейчас. Что, как я буду резать, потом возьму на монтаже, да, это все обрежу, не буду. Будет вот такой, всегда, наверное, нельзя вообще нарезать это все. Потому что это уже не лайв получается, это студийная запись какая-то, бездушная. А тут чисто лайв, как есть. Так, ну что, хумуса сначала сейчас намажем быстро. Вот я никогда не мог открывать нормально. Вот эти хумусы, они всегда открывались плохо. То есть начинаешь открывать, и оно где-то в итоге... прорывается. Вот, ну, видно, что такая какая-то халтура тут вместо вот этого вот неравномерная. Отстой. Плохо. Еще и стоит, не знаю, за такое я бы вообще 19,99 бы максимум отдал. Он там стоит сотку. Говно. И приходится вот так открывать. Ну, что это? Ну, посмотрите, некрасиво очень. А я хотел бы, чтобы эта штука осталась такая ровненькая, чтобы можно было, кроме вот этой крышки, еще сделать все ровно. Короче, ужас. Так, быстро. Хумуса. Раз-раз. Это хардбас, как бы. Напистониваем. Да. И пасты. Сравним, посмотрим, что кого, что как. Тут, наверное, чипсы сразу. И родину. За 19,99, которая... Все, готовченко. Чтобы не смешивать эти вкусы, я даже возьму сейчас пасту. Я даже, можно не пробовать так открыть. Я вот сразу вижу, что это тоже будет ужасно. Сразу ножиком. Тоже будет отвратительно выглядеть все. Так. Паста, ну, пахнет просто арахисовой пастой. Я думал, вообще будет без запаха, раз она без сахара. Хотя логика тут не прослеживается, но... Это не про эти обзоры логика. Ну, пахнет неплохо. Подойдет. По виду она более такая темная, что ли, чем обычные пасты, то, что я покупаю, которые с сахаром, такие сладенькие, на тосты классно намазывать. Ну все, понеслась. Я думаю, сначала сразу пасту эту заценю, да, вот половина этой чиабаты. Она очень прилипает к небу, такая
Жевать тяжело, но вкус неплохой. В принципе, можно даже вместо тоста. Да. Ну, семерочку можно поставить, да. Да, ну 7 максимум. Ну что, жуется, так потом она прилипает, время на это тратит, жевание. Не для завтрака, особенно завтрак нужно делать быстро, подрываться так раз-раз, и все, ты уже где-то там делами занимаешься, суету наводишь. А вот это не прилипает, да, вот хумус классический, да, я взял без всяких там этих орешков дурацких, да, да. Ну-ка. Хумус 7,5. Он не прилипает ни к чему. Вкус классический. Обычный хумус. Нормал. 7,5. Он выиграл. Ну что ж. Я так и примерно предполагал, но попробовать стоило. Что дальше? Рот? Нет. Сначала мы кончалыгу, да? Открываем. Прям я еще более варварским открою. Вот так прям. Даже не буду резать. Но получилось, кстати, довольно плохо. Запах прям, ну, рифленый, кстати, я думал, будет какая-нибудь типа русская картошка, знаете, вот эти странные чипсы. Запах отвратительный. Даже не хочется пробовать, если честно. Ужас. Просто как будто бы там взяли все специи, вот эти вот, знаете, куриные кубики Маги и еще что-то такое дешевое. Блять, ужасно, ужасно пахнет. Фу. А что это, типа хрен, да? Ну, одну возьму. Изи-пизи, блять. Если вот так отнести еще, хрен сразу вот он начинает чуть-чуть, такая острота вот эта хрена, да, она есть. Если вот так не нюхать, так вот брать, типа, издалека, да, как бы. Может просто там запах, он сконцентрировался в самой упаковке, в принципе, ну, что, не так прям супер плохо. Хрен и хрен. Сами чипсы, кстати, ну... Я думал, будет прямо вообще 0. Ну, 5 можно поставить. Да, вполне. Да, вообще лучше не нюхать упаковку. Вот такая там... Химоза прям лютая. Да, ладно, поставим 5. Хотя бы за то, что они... Хоть как-то, у них какой-то вкус есть. Ну, а теперь посмотрим... Как у нас родина за 19,99 на вкус будет. А, у меня же еще есть кола. Сейчас. Любимый кола. Я что-то собирался, нашел ее. Вот такая вот родина. А, да, да. Ужасное сочетание банана и шоколада. Ну, 2 из 10, короче, я поставил бы, да? Сейчас колу пойду. Найду. Вот эти фейковые колы. Либо вот здесь, где вообще где мусор. То есть я собирался ее потреблять. Ну, сейчас придется, походу. Для обзора, это любимая кола. Вот если. Вот как можно так? Откуда они знают? Может, это не моя любимая кола. Я вообще колу не люблю. Это уже сразу видно на ёбные доллары. Ну, посмотрим по вкусу. Может быть, это реально вот сработает это НЛП. Что я сначала увижу, да? Упаковку. И уже все, у меня программирование случилось, и она будет любимая. Ну что ж, я за то, чтобы побольше любимых вещей было, даже если ты вначале не любил, ладно. Попробуем. Ну, точно нелюбимые. Ну, 6, может, максимум из 10. Если та Кока-Кола, не Пепси, Кока-Кола, была восьмерочка, ну, вкусная она была, что тут скажешь. Вредная, конечно. Зубы какие-то странные. Ну, типа, эмаль чувствуется еще. Выпьешь стаканчик, так, такое все, как будто бы
несмываемая арахисовая паста, плюс еще, не знаю, какой-то яд. А это, ну... Ну, просто вот как кола Буратино. Помните, за 5 рублей полторашки продавали вот это кола, типа? Вот такое вот. Да уж. Да, не очень, не очень. Ну ладно, что, сколько? Коротенький. 10 минут всего, да. Все, всех с наступающим. Давайте, ребята, не покупайте такие чипсы ни в коем случае. И пасту лучше не покупайте, я буду лучше покупать ее, то арахисовую мучиться. Буду там ее есть. А вы это, суетитесь, живите. Всем удачи, пока.